куклы, машинки, мячи, конструкты, а еще карусели, батуты и прочие детские удовольствия. Можно очень долго перечислять варианты для игр. Иногда даже взрослому сложно не поддаться соблазну почувствовать себя ребенком. Самое прекрасное в детстве – это беззаботность получения удовольствия от простых вещей. Но есть и свои минусы. Юный возраст быстро заканчивается. Все же оставаться ребенком в душе вполне возможно. Некоторые считают это особым талантом, свидетельством артистических способностей, а другие даже зарабатывают этим, как, например, клоуны. Но все же детскость – это просто умение радоваться жизни. Когда мне смешно так про себя думать, что я ребенок, но, может быть, можно и так рассуждать. Мне 23 года, но я полностью себя чувствую на все 14 лет. Это незабываемое ощущение. Настоятельно рекомендую всем взрослым хоть раз да почувствовать себя ребенком. Однако многие взрослые стесняются этого состояния, а некоторые и вовсе стараются его не проявлять, считая, что дурачиться плохо. Психологами доказано, что на время отвлекаться от повседневных забот нужно. Положительные эмоции благотворно влияют на организм, помогают бороться со стрессом, улучшают самочувствие. У каждого человека обязательно есть три состояния всегда, в любой момент жизни. Ребенок, взрослый и родитель. И вот как раз состояние ребенок отвечает за нашу сферу желаний, за четкое понимание, чего я хочу, за то, что человек может как-то творчески выражаться. Состояние ребенок, оно полезно, и оно полезно каждому из нас. Особенно хорошо впадать в детство получается у тех, у кого есть маленькие дети. Ну это не объяснить просто словами. Приходит какой-то азарт детский. Начинаешь играть с ним в его мечты. Мы все вместе делаем. Вместе мячик, вместе каштаны, вместе мелочки рисуем. Игра с детьми не только дает возможность шалить, но и очень полезна для укрепления взаимоотношения с ребенком. Бегать, прыгать, пачкать друг друга красками, вместе танцевать – это значит быть с ним на одной волне. Обязательно, если вдруг у вас появляется хоть какая-то малейшая возможность почувствовать себя ребенком, делайте это. Психологи рекомендуют. Самое главное – это не впасть в детство надолго, не погрузиться в состояние инфантильности. Тогда все может закончиться плачевно, ведь когда свою вину человек перекладывает на других, начинается безответственность. Александр Кот, Андрей Псом, «Утро нового дня».